Жили-были три маленьких девочки. Оля, Катя и Лена. Они учились в одном классе, а летние каникулы проводили кто где. Оля в Турции, Катя у бабушки, а Лена в пионерском лагере. Лето подошло к концу. Девочки вернулись с отдыха и пошли в школу. При осмотре у всех девочек нашли вши. Какой позор! Их тут же отстранили от занятий. Олины родители травили вшей на голове своей дочери смертельными ядами. Катины родители побрили доченьку на лысо и забыли о проблеме. Ленины папа и мама очень любили дочь. Вычесали из волос вшей гнид заморским гребнем антив. Через неделю девочки вновь пришли в школу. У Кати и Лены вшей гнид уже не было, а вот у Оли были. А еще у Оли была перхоть, аллергия, и волосы выглядели как мочалка. У Лены появился мальчик, а Кате и Оле пришлось перевестись в другие школы, чтобы избавиться от дурной славы.